Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами школа рукоделия, и я Вика. Сегодня та-да-да-дам, вяжем мы все-таки топик, девчонки. Быстренько я сообразила пряжу. Образец. Образец. И будем вязать, девчонки. Взяла я вот эту вот пряжу Ализа Дива. У нас тут в составе что-то нам такое интересное пообещали. Цвет 55, лот 50, 57, 30, который вам не нужен. Цвет вам 55, ну, белый цвет, короче. Что тут говорить? Микрофибра, акрил, полиакрил. Стоит она около $2. Вот, не знаю, как у вас. Вот, образец я связала. Вот, смотрите, начала вязать спицами. Не все про пряжу сказала. В 100 граммах 350 метров. Купила я 3 мотка. Не уверена, что все 3 пойдут, но на всякий случай купила 3. Образец начала вязать спицами 3 миллиметра. Видите, такое рыхлое оно получается. Мне не понравилось. Вот я сколько провязала сначала. И дальше у меня здесь уже спицами 2 миллиметра. Вот я ими и буду вязать. Мне кажется, самый оптимальный вариант для этой пряжи, чтобы вязать топ резинкой. Да? Нам рыхлость здесь совсем не нужна. Нам нужно в обтяжку. Так, значит, образец я связала. Так, а сколько же у меня тут петель? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17. 34, 35, 36 петель у меня образец. Давайте будем считать. Так. Итак, 36 петель. Это по сантиметрам. Помним, да, кто не смотрел первое видео, пожалуйста, пересмотрите. Я в ссылочке оставлю. Пожалуйста, это начало, ну, как бы экспресс-мастер-класс вот этого топа, обзор на него. Значит, определяемся мы, сначала я образец определю, значит, 36 петель, нам нужно, чтобы это работало, значит, мы меряем по самой узкой точке, поэтому натяжение делаем совсем слабенькое, в самой широкой точке в груди натяжение будет вот таким вот образом. То есть мы ориентируемся на талию, поэтому среднее натяжение делаем, и у меня это 10,5 сантиметров при среднем натяжении. 36 петель — это 10,5 сантиметров. Значит, окружность талии у меня 77 сантиметров. Разделить на 2 это будет. Мы сейчас будем вязать просто спинку для начала, потом уже будем вязать все остальное. Значит, так, 77 разделить на 2 это 38,5, но я пишу 38, округляем. Можно 39, можно 38, не суть важно. Значит, 10,5 сантиметров у нас 36 петель. Ой, 38 нам нужно получить сантиметров. Значит, здесь у нас x, опять же, на... То есть, понятно, да, пляшем мы от окружности талии, делим пополам половину окружности талии, это 38 сантиметров. И сейчас по плотности, вот наша плотность 36 петель в 10,5 сантиметрах. Нам нужна эта маечка в обтяжечку, поэтому вот так. Все, учите, внимательно слушайте, о чем я говорю. Значит, что нам нужно? Умножить вот эти вот числа и разделить на это. Значит, 36 умножить на 38. Так. 36 умножить на 38 равно 1368 и разделить на 105. Вернее, 10,5 разделить на 10,5 равно 130 петель. Красивое число получается, 130 петель мне нужно набрать на спице 2 миллиметра и пряжей вот этой вот, которую я купила. Так, что я буду делать? Опять же,
кто со мной связал хотя бы один топ, наверное, этот способ уже знает. Но мы будем вязать все, чтобы вы не возвращались к видео. Вернетесь только к видео, которое у меня экспресс-обзор этого топа, чтобы просто больше понимать. Я набираю 130 петель. Сейчас маленькая поправка. Я добавила одну петлю. Вот смотрите, это я снимаю уже потом. Смотрите, как обставлю кусочек туда, куда надо. Потому что вот сейчас вспомнила, что я вам не сказала, что добавила еще одну петлю. Потому что мне нужно нечетное количество петель, чтобы края у меня были одинаковые. Да, здесь вот у меня начинается на изнаночную, а здесь на изнаночную заканчивается. Вот это нужно для того, чтобы потом у нас был реглан. Но это я сейчас, я же говорю, вклиниваюсь в работу просто. То есть нам нужно нечетное количество петель обязательно. Итак, набрала я 130 петель. Теперь первый ряд я вяжу резинкой 1 на 1. Классической, пока не перекрученной. Вязать мы будем перекрученной резинкой. Также вязать вы можете английской резинкой, если вы того хотите. Просто образец вы вяжете английской резинкой или либо полупатентной, которая у нас на образце, судя по всему. Но опять же, это машинная вязка, а нам нужно адаптировать этот топик на ручную вязку, чтобы он был и летним, и красивым. Вот поэтому я буду вязать перекрученной резинкой. Сейчас этого делать не нужно. Первый ряд просто вяжем резинкой 1 на 1, и первый ряд не очень как бы стягиваем, потуже будем вязать потом. Опять же, длину, девчонки, вы можете вязать какую угодно, будете мерить на себя. Так, первый ряд я провязала, теперь сделаем фабричный красивый край легко и просто. Для этого спицу вводим сзади, снимаем лицевую петлю. Если изнаночная, просто провязываем лицевую, снимаем. Вот так вот перетягиваем вперед, одеваем и провязываем. Изнаночную просто провязываем, лицевую просто сзади, переснимаем вперед. И получится у нас красивый фабричный набор. Упрощенный вариант. Так, один ряд мы провязываем. Вот такой вот краешек получается. Так, провязала я один ряд. Смотрите, видите, какой краешек получился красивый. Теперь мы вяжем просто резинкой 1 на 1, либо же тем узором, который вы выбрали. Можно также вязать чулочной гладью, тоже неплохо получится. Но я выбрала и английская резинка, и полупатентная. Я выбрала именно резинку 1 на 1. И вот таким вот способом лицевую петлю я провязываю, так вот скручивая. То есть не так, как она лежит, вот так вот, да, а именно за вот эту вот дальнюю стеночку левую. Изнаночную обычно я попробовала провязы скручивать и лицевую, и изнаночную, мне не понравилось. Вот такой вот вариант, он как бы мне нравится больше всего. Вы же попробуйте тоже на образце, какой вариант резинки вам больше всего нравится. Возможно, вы захотите просто классическую резиночку без никаких как бы скручиваний. Я же выбрала вот такой вот вариант. То есть изнаночную я провязываю так, как она лежит, а лицевую я провязываю скрученную. То есть не так, как лежит вот так, а именно за вот эту вот стеночку. Еще раз, вот за эту. То есть она у меня получается перекрученная. Вот видно хорошо, что она перекручена. И я сейчас вяжу до проймы. Длину определяет каждый сам по себе. Я вяжу эту резиночку до проймы. Дальше мы с вами встретимся. Вот, девчонки, смотрите, как выглядит этот узорчик. Видите? Мне нравится.
вроде бы как и крученная, но и не крученная. Ну и теперь я дошла до регланной линии, и теперь я буду вывязывать реглан. Значит, восемь петель, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь петель я от начала вязания оставляю. Это что ж такое? И теперь провязываю просто 3 вместе. Поставила маркер и провязываю 3 вместе. То есть у меня провязывается вместе лицевая, изнаночная, лицевая. И далее вяжу до конца ряда. Вот теперь смотрите, осталось у меня 11 петель на спицах, я 8, 2, 3, 4, 8 и 3 я опять же провязываю вместе, но теперь мне нужно третью поставить на место первой, хотя и не совсем обязательно, я что-то так решила, но смотрите сами, можно просто провязать 3 вместе, значит 3 вместе лицевой, одеваем второй маркер, этим я отделяю регланную линию, и теперь будем вязать 3 ряда, это один изнаночный, один лицевой и один изнаночный, и потом делать такое же сокращение, то есть по сути это классический реглан, потому что в каждый через ряд у нас идет по одному сокращению, так как у нас их 2 петли сокращаются, мы 3 вместе провязываем вместе, то мы вяжем через раз, то есть через 3 ряда. Да? Не через ряд, а через 3. Так, мои хорошие, вот где я нахожусь. Сейчас, к сожалению, у меня нет сантиметра, я потом вам перемерю, потому что, видите, я нахожусь в спартанских условиях. Снимаю, где придется. Очень красиво получается такой способ, как бы, вязание лицевой петли, видите, изнаночную мы не трогаем, мы вяжем только лицевую. Итак, я уже наброски сделала на листочке, сократила я по 28 петель с каждой стороны, в сантиметрах я вам потом, девчонки, измерю все. Ну, по сути, я меряю на себя, и в высоту это у меня здесь около 15 сантиметров сейчас на данный момент. Значит, что еще? Теперь я буду делать вот этот вот вырез. Да, у меня осталось 75 петель. Вот, было 131 изначально, осталось 75. И сейчас я буду оставлять как бы петли выреза и буду вязать вот таким вот образом. Сейчас вот это вот. Кстати, прошу прощения за вот эти вот лейкопластыри, девчонки, я свои 48 лет перецепилась через камешек, но я несла просто пенопласты, и так загремело, у меня коленки сдерты, у меня в детстве не было таких обдертых коленок, зато сейчас есть, ну и рука, этой рукой, эту руку сохранил пенопласт, но я рада, что я ничего не сломала, отделалась только ссадинами. Значит, вязать мы будем незаконченными рядами вот в районе горловины. То есть сейчас мы двигаемся вот таким вот образом, мы будем двигаться. Здесь мы заканчиваем, а здесь мы будем делать вот таким вот образом. Сейчас я, допустим, визуально сейчас вам скажу, сколько петель я буду оставлять. Всего у меня 75. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И тут 8, 9, 10, 11, 12. Ой. Это 24. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, 13. Вот так вот. То есть, если вот так вот смотреть визуально, то этот я разделила на 3 части равные. 13, 13, 13. А давайте разделим 25. Да? У меня получится
26, вот как раз у меня 75 число, и мы делим его на три части. Это будет по 25 петель, то есть вот таким вот образом. Неудобно снимать вот так вот на весу. У меня сейчас пока нет стола. Я же говорила, что у меня переезд. Значит, вот таким вот образом. Здесь у нас будет 1/3. Я не буду писать петли, это 25. Не буду, видите, пишу. 1/3, 25. И 1/3, 25. Это чтобы мы понимали, как бы, если у вас другое количество петель, которое у вас будет, да, ориентировочно мы ориентируемся на 1/3. 1/3 мы оставляем для выреза, и здесь у нас будут незаконченные ряды. При этом, что регланную линию мы продолжаем делать, мы ничего не меняем, мы продолжаем делать регланную линию. И сейчас мы будем вязать незаконченными рядами. Сначала вот эту часть, потом эту. Ну, чтобы нам продвинуться туда, мы сейчас так, значит, один, о господи. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Я сейчас этот пока маркер сниму, потому что я буду вязать эту сторону, он мне нужен. Восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Вот они, 25. И следующие 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. То есть здесь у нас 25 это одна полочка, серединка 25, и вот последние 25 я отделяю. Вот сейчас вот этот кусочек мы будем вязать. Значит, незаконченными рядами, пока не сойдем на нет. Так, здесь я сокращаю через ряд, как раз в этом ряду нам не нужно сокращать, мне вернее. Кстати, у меня выходит пока по пряже то, что я вижу, что выходит на 2 мотка и чуть-чуть совсем. То есть можно скорректировать на 2 мотка, чуть короче сделать. Так. Здесь я довязываю до маркера. Оставлять будем 3, 2, 1 и 1, 1, как получится. Значит, сейчас просто возле маркера я повернулась, сделала воздушную петлю и вяжу обратно.
дохожу я до конца ряда. Здесь вот эта воздушная петля у нас не считается. Две петли мы оставляем недовязанными. Поворачиваемся и вяжем снова. Здесь воздушная петля. Здесь уже у нас сокращение. Так, здесь уже по одной. Все, мы сделали 3-2. Это при любом количестве петель. Вот 3-2. И далее по одной, пока мы не придем вот сюда, к маркеру. Прям до конца идти не нужно, чтобы там было хоть какое-то в этой планке натяжение. До маркера достаточно. Так, вот смотрите. У меня получилось при моем количестве петель 3, 2, 1, 1, 1, 3 раза. И вот здесь, вот видите, я нарисовала 3, 2, 1, 1. У вас 1, 1 может быть 1 раз, может быть 3 раза, может быть 5 раз. Все зависит от количества петель. Сейчас что мы делаем? Мы передвигаемся вот в эту сторону. Сейчас я вам покажу. У меня там еще 3 вместе будет момент реглана. И все, по сути, эта сторона у меня закончена. Так, этот маркер я снимаю. Здесь у нас уже вообще эта сторона довязана. Ой, нет. Нет, видите, здесь у меня получается 4-й раз. Девчонки, я так, исправление, еще раз, еще один уголок, видите, одну петлю, 4-ю я оставила, а здесь должно быть 3 вместе, но я сделаю 2, так как у меня остается 2, и уже довязываю до конца ряда последний раз, то есть 4 раза по одной петле у меня получилось. Вот ряд я довязываю, и в следующем ряду я соединяю эти петельки. В следующем вот с этой, так, а в этом ряду уже все, я соединяю. Тут уже цельное сплошное вязание. Что я тут сделала? Я не сделала, вот смотрите, что я сделала. Я не сделала воздушную петлю. Здесь она мне нужна, чтобы соединить. Обязательно, видите? Так, здесь у нас изнаночная я провязываю со следующей петлей воздушную петлю. Здесь осталась воздушная. С лицевой я меняю местами. И провязываю 2 вместе лицевой. Далее. И изнаночная, то есть я все соединяю благодаря воздушным петлям. У нас красиво получается, все красиво, ровненько, без дырочек. Так, здесь у нас 2 петли, эту петлю мы соединим с лицевой, и она у нас будет первой петлей средней части. Так, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Цепляю маркер. Это я отделила среднюю часть. Смотрите, уголочек у нас вывязан. Что нам и нужно было. Теперь я делаю то же самое здесь. Сейчас я снова верну на место маркер. Так. И теперь я вывязываю этот второй уголок. Точно так же. Так, здесь у нас 3 вместе. В общем, все точно так же. 3, 2, 1 незаконченными рядами, пока не сойдем на нет. Так, вот здесь, вот с этой стороны, вот смотрите, у нас в лицевом ряду получается, что 3 вместе. Это у меня. У вас может не так получиться, но это потому, что у нас уже здесь ряд дополнительный есть, которым мы возвращались. И по одной петле 1, 2, 3 раза. То есть не 4, а 3 здесь на 1 меньше. И здесь мы соединяем сразу. Потому что ряду у нас уже столько, сколько и там. Так, вот наш второй уголочек. Готово. Далее я эти петли, можно, конечно, оставить на вспомогательной спице, отложить. Вот, можно, я закрою пока, потому что я хочу все-таки делать как бы привязку по бокам, и чтобы спицы мне не мешали, я все петли сейчас закрою. Я, наверное, изнаночный ряд еще провяжу, чтобы вот здесь вот у нас потом, у меня, вернее, при распускании не соскочили петли. Вот, то есть этот ряд довяжу до конца и еще один рядочек провяжу. Можно, может, я даже потом и не буду распускать эти петли. Я не знаю. Потом по ходу посмотрим, девчонки. А что же у меня тут так интересно получилось? Две лицевые. Я их сокращу. Мне не нужно здесь две лицевые. Интересно, да? Ну да, на одно же сокращение здесь больше. Видите, не совпали петли. Возможно, я буду набирать петли, возможно, я не с открытых петель потом буду вязать эту планку. Я еще подумаю, посмотрим, как оно будет выглядеть. Потому что мне просто кажется, что потом будет некрасивый край, если петли там добирать. Хотя, может быть, если крючком набирать. Я пока буду переднюю деталь вязать, я еще подумаю, девчонки, и потом уже мы с вами будем определимся. Как мы будем вязать эту горловину. Может, я два варианта попробую и вам предоставлю тот, который... Вот видите, здесь уже получается, что... Хотя, нормально, дырочек-то нет. Правильно.
Сейчас я закрою все петли, потом наберу 131 петлю на переднюю деталь и провяжу вот эту кромку, как мы вязали, все как в спиночке, и потом уже разделим на вот это вот центральную линию, вот это все. Ну, в общем, сначала я набираю петли, уже не буду, просто вам говорю, не буду показывать, как я закрываю петли, как я набираю петли. Сейчас вот довязывая до конца, закрою все петли. Для передней детали наберу то же количество, которое я набирала для спинки, 131 петлю, и провяжу два ряда, возможно, вы знаете, наверное, 4. Сделаю вот эту вот край, который мы делали, и потом мы с вами встретимся и будем разделять все это дело. Может, даже, ну, в общем, вот этот краешек я сделаю и с вами встречусь. Так, девчонки, этот кусок я снимаю до того, как начнем вязать переднюю деталь, потому что я ее связала неправильно. Вот смотрите, у меня здесь, это я вам уже показываю, почти готовую майку. У меня здесь вот такой вот заход. Это все потому, что я набрала 131 петлю, но я уже провязала дальше. Далее я вот отсюда где-то начала их убавлять и сошла на то количество петель, которое вам, мне нужно было. То есть нам нужно, чтобы обе детали здесь вот совпали по ширине, да, чтобы они были одинаковые. Вот для того, чтобы у вас этого не было, вот еще смотрите, вот здесь вот такой вот аппендицитик образовывается, он при растягивании, ну, он небольшой, но он есть, девчонки. Для того, чтобы этого у вас не было и вам не пришлось сокращать по бокам, вот исправлять эту ситуацию, вы изначально, у меня там в видео пойдет вот этот набор петель 59, да, ну, вы увидите, но на самом деле вот нужное количество петель — это 105 петель. Сейчас я вам расскажу, откуда оно взялось. Это число петель, которое должно, чтобы получилось, вот смотрите, одинаковые две детали, и при растягивании, чтобы как бы растянулся вот этот вот аппендицит, аппендикс, вот, чтобы было ровное внизу, вот. Поэтому вы вяжете все, делайте так, как я скажу. Для этого я вязала это все, 150 раз перевязывала, плакала, мучилась, но вам хочу предоставить правильную версию, при которой у нас ваше количество петель, вот 131 петля, это была спинка. Для того, чтобы оно было совпало, нам нужно от этого количества отнять 20%. Значит, единичку мы в расчет не берем. Мы считаем, потому что она у нас для симметрии, для вот этой вот центральной полосы. Значит, минус 20% это 26 петель. И у меня получается 105 петель. Минус 26 петель, это 105 петель, девчонки. Поэтому у меня 105 петель распределилось вот таким вот образом. Здесь 13 так и осталось, а здесь по 46. Далее в видео будет фигурировать цифра 59, она неправильная. Я вот здесь вот делала эти сокращения, чтобы просто выйти на эту цифру, перевязывать, уже просто не было времени, и мне уже было стыдно перед вами, вот сколько долго это видео как бы я снимаю, ну вот такие вот у меня приколы получились. Здесь на образце я спинку вязала 50 петель, а для передней детали я набрала 41 петлю. Здесь 51, а здесь 41 петля. То есть точно 20%. Это была проверка, как бы я проверила свою теорию. Поэтому подтверждаю ее. Вы, девчонки, берете количество петель от набранные от спинки и отнимаете 20%. И уже считайте так, как я далее объясняю, и вяжите. Кстати, далее в объяснениях тоже будут нюансы. Девчонки, смотрим до конца, потом вяжем. Центр у меня 13. Я почему сейчас считаю? Потому что я эти петли по бокам, вот на всю, по всей длине, потом, поэтому у меня получилась трапеция. Я их просто потом вот так вот где-то начала убирать вот произвольно, чтобы просто выйти на вот это. Сейчас я вам покажу, что по итогу вот здесь вот у меня уже в конце я вышла на ту ширину, которая у меня должна была быть изначально. Понимаете, вот в чем моя. Итак, девчонки, смотрите.
Я просто уже кусочек провязала. Значит, сейчас я вяжу на данном этапе пятый ряд. Я вот разделила, сделала вот такое вот разделение. Значит, у меня 131 петля, 13 петель центральных, 13 петель будут у всех. Поэтому вот остальные остаток, да, у меня 118 петель в остатке, я разделила по 59 по сторонам. У вас вот это число будет отличаться, 13 остается для всех. И вот пятый ряд, 4 ряда я как спинку провязала, пятый ряд вяжем таким вот образом. Довязываем до первого маркера, делаем двойной накид, вяжем центральную часть по узору. Эти 13 петель. Далее после маркера делаем двойной накид и провязываем одну петлю. Теперь поворачиваемся, делаем воздушную петлю. Все так как в незаконченных рядах, это и будут наши незаконченные ряды. Мы сейчас будем продвигаться к сторонам, поворачиваемся и вяжем. Здесь у нас по узору, смотрите, у нас лицевая петля, значит, накид сначала провязываем, как идет узор. Здесь лицевая, изнаночная и потом лицевая. Мы провязали накид, теперь мы вяжем центральную часть, 13 петель между маркерами. Она у нас все время неизменна, мы ее не меняем, ничего с ней не делаем. Перед маркерами, после маркера мы делаем двойной накид, но через три ряда. Сейчас у нас первый ряд идет после накида. Здесь у нас, смотрите, вот лицевая, значит, вот это у нас будет изнаночная, а вот это вот лицевая. То есть мы вклиниваем в узор этот двойной накид. Здесь провязываем одну петлю и поворачиваем. Снова делаем воздушную петлю. Здесь вяжем по узору. Сейчас в этом ряду мы не делаем двойной накид, мы делаем через три ряда. Вот этот ряд у меня второй. Здесь вяжем по узору. Здесь довязываем до нашей воздушной петли. Вот она. И нам ее нужно провязать со следующей петлей. Если это лицевая петля, мы меняем местами. Лицевая петля поверх этой воздушной. И провязываем лицевой. Далее поворачиваем. Это значит, что мы продвинулись к боку на одну петлю. Делаем воздушную петлю, вяжем изнаночный ряд. Так вот, в каждом ряду мы будем на одну петельку передвигаться в сторону, заполнять вот этот вот треугольник, как бы. Так, это третий ряд у нас после добавлений. И в четвертом мы будем делать следующее добавление по центру. Здесь довязали до воздушной петли, следующая у нас изнаночная, мы их провязываем две вместе изнаночной по узору. Здесь делаем воздушную петлю и вяжем по узору до маркера. Это у нас четвертый ряд, делаем двойной накид. То есть понятно, да, по центру, с обеих сторон от этой полосы мы делаем двойной накид в каждом четвертом ряду через три ряда. Боковушки мы продвигаемся в сторону в каждом ряду. В конце каждого ряда мы передвигаемся на одну петлю. Двойной накид. Здесь вот мы вяжем, вот пока не дойдем, вот видно, да, петля рабочая, а вот это дополнительная воздушная. Следующая у нас изнаночная, мы провязываем изнаночной. И после этого сразу переворачиваем. Тут считать ничего не нужно, просто мы запоминаем, что в конце ряда
Мы просто присоединяем каждый раз по одной петле в конце каждого. Таким образом, вот видите, этот клинышек у нас будет вывязываться вот так вот, выше, выше, выше. И по итогу у нас получится треугольник такой. И здесь присоединяем, потом возвращаемся, присоединяемся, возвращаемся. И вот таким вот образом мы передвигаемся вверх, 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 пока у нас не будет вот такой вот треугольник. Да, вот петли у нас будут вот так вот, так. Здесь у нас будут накиды. Сейчас все увидите. И здесь открытые петли. То есть здесь мы присоединим все петельки. Здесь и здесь. А петли у нас получится вот таким вот образом. Это все будет выглядеть. Так, девчоночки, у меня изменения. Я вот почему выходит поздно этот мастер-класс. Потому что я уже переднюю деталь связала. И это был ужас, кошмар, караул. Потому что ничего. Все как-то было непонятно, как ужасно. Я не поняла причину, честно скажу. Вот. Поэтому, какое у меня изменение? Я, к сожалению, вот сначала не пересняла. У меня уже час еще видео было отснято, представляете, вот почти до конца. И все не то. Я вот попробовала третий, это уже третий вариант. Ну, в общем, все точно так же, как я вам объяснила, только вот здесь вот. Вот эти вот вы делаете точно так же, как делали, а здесь вы оставляете, то есть добавляете не по одной петле отсюда, а по две. Вот я довязала, смотрите, вот она воздушная, и по две петли я вот так вот провязывала, и еще одну петлю к этой, то есть две петли, я на две петли продвигалась с обеих сторон, и вот только так у меня вырисовался вот этот вот красивый угол. Иначе это было бы сплошное безобразие. Я не знаю почему так, потому что по идее вот здесь вот работает вот так вот, должно быть вот этот угол правильный, да, он с обеих сторон должен добавляться одинаково, вот по логике, да, вот как мы вязали и юбку, и еще много чего мы вязали по такому принципу, вот эти вот заполненные углы. Но здесь же резинка один на один, никакие формулы и логические как бы объяснения не работают. Я сломала мозг. И вот только так здесь добавляем в каждом ряду, вернее, в каждом четвертом по две петли. Ну, то есть через ряд, по сути, как реклан классический. А здесь же мы добавляем в каждом ряду, если так вот посчитать. Здесь через ряд по петле, а здесь в каждом ряду по петле. Вот. То есть в два раза больше петель мы добавляем с этой стороны, чем здесь. Вот так вот только это работает. Что мы делаем сейчас? Девчонки, сейчас я буду присоединять к спинке. Вы представляете, по второму кругу я это все снимаю. Вот наша передняя деталь. Здесь у меня осталась одна кромочная. Теперь мне нужно сложить изнаночными сторонами вовнутрь. То есть лицевая у меня находится сверху, снаружи. Ну, так, итак, лицевую сторону я вязала как бы изначально вот эту, вот где у меня три вместе. Ну, посмотрите, как выглядит на изнанке. И мне эта сторона нравится намного больше. Вот. Поэтому я ее сделаю как... Вот смотрите, я не знаю, ну почему-то мне здесь нравится больше, чем здесь. Поэтому вот эту сторону я оставляю как лицевую и ложу ее на стоп. Или кладу, как правильно, девчонки русские. Напишите мне, кладу или ложу. Класть, ложить. Вот, теперь я вот эту последнюю кромочную... Значит, у меня вот лицевая сторона смотрит на меня, и на спинке лицевая сторона смотрит вниз, на стол. Здесь, вот смотрите, у меня есть вот, как бы вот начало вязания, вот эти первые 4 ряда. Мне нужно их отступить на спинке. 4 ряда, ну, по сути, 1, 2, 3 кромочные у меня здесь. Ну, и отсюда я отступлю 3 кромочные. 1, 2, 3. И четвертую, так, отсюда, вот она кромочная. Давайте всю,
целиком мы ее поднимем, чтобы не путаться задняя, передняя стенка. Не будем усложнять себе жизнь, будем хватать за обе стенки. Значит, вот я ее четвертую подняла. Теперь возвращаю здесь и присоединяю. То есть провязываю их вместе, кромочную с передней детали и кромочную с задней детали. Здесь я еще... Да шо ж такое? Девчонки, я очень расстроилась, вы знаете, это меня затормозило на кучу времени. И провязываем вот их обе изнаночными. Теперь я поворачиваюсь и вяжу изнаночный ряд до конца ряда. И здесь тоже начну присоединять. Вот таким вот образом. Сейчас я вяжу ряд до конца и присоединю. Так, вот провязала я ряд, девчонки. Вот здесь вот хорошенько выравниваем с этой стороны, чтобы не было перекручиваем. Но вот лучше пока на столе первые ряды вязать, потом оно уже устаканится и будет нормально. Итак, это первые ряды. Вот, в общем, вот здесь вот у меня как бы был последний незаконченный и осталась кромочная. Опять же, мы отсчитываем отсюда 3. Раз, два, три. Четвертую подхватываем. Вот, сейчас проверим. Да, все совпадает. То есть вот этот разрезик, как бы, мы его, вот у нас здесь осталась рабочая нить, но у меня ничего не осталось. Оставляйте, девчонки. Вот, мы это зашьем. Либо оставим разрезики. Итак, сейчас мы находимся на изнанке. Внимание, здесь мы их провязываем на изнанке лицевой петлей. По лицу изнаночная, эти две кромочные с обеих деталей. По изнанке лицевой, то есть наоборот. Далее поворачиваю снова. Нет, теперь мы будем делать сокращение в каждом лицевом ряду. Вот мы определились, что изнанка у нас внутри. Вот по лицу мы вяжем, тоже как-то пометьте себе. Делаем 2 изнаночные вместе провязываем. То есть теперь количество петель далее по узору, но количество петель у нас не меняется. У нас, по сути, теперь вот на данном этапе остается, можете их пересчитать, чтобы контролировать их. Оно не должно меняться, оно должно остаться таким, какое будете. Они у вас должны остаться в таком же количестве. То есть по бокам убавляем в каждом лицевом 2 петли вместе, и в конце ряда тоже 2 петли вместе. Сейчас я вам это все дело покажу. Вот. А по центру в каждом четвертом делаем двойной накид, точно так же, как мы и делали. И продвигаемся вверх. Вот. Цепляемся в конце каждого ряда, как бы присоединяемся за кромочные, сокращаем по бокам в каждом лицевом, провязываем по 2 лицевые, по 2 изнаночные вместе, и по центру добавляем в каждом четвертом. Вот, довязывая я до конца ряда, здесь я буду делать сокращение и присоединение. Три петли у меня остаются, я провязываю 2 вместе и изнаночные, и кромочную петлю. Вот здесь вот очень внимательно, видите, мы присоединились за вот эту вот. Здесь, чтобы не попасть в ту же, нам обязательно нужно вот это контролировать в следующую изнаночную, кромочную. И провязываем изнаночной. Это у нас лицевой ряд, поэтому мы провязываем изнаночной. Вот такая вот. Вот такая вот конструкция у меня сейчас. То есть, ну, сейчас вот это выглядит шире, это потому что ну, поперечная, как бы, вязка, резинка, да. Поэтому ничего, оно все потом станет на свои места. Значит, понятно, да? Здесь мы присоединяем, вот вяжем вот так вот, и продвигаемся вверх и присоединяем за кромочные петли. Это все дело, девчонки. Так, девчонки, вот сейчас я довязала до конца. То есть конец мы определяем по спинке, вот где у меня начались сокращения. И вот уже, по сути, у меня конец. Что у меня здесь вот
Смотрим. У меня здесь, к сожалению, у меня вот так вот корявенько, потому что вы знаете почему, я вам объяснила. И резинка плюс резинка 1 на 1, поэтому у меня получается вот такой вот фартук, а здесь вот таким вот образом ложится. То есть здесь у меня не хватает пару сантиметров. Я уже начинаю делать вот плечики, то есть горловина у меня здесь остановится, потому что это передняя деталь, и вот так вот мне достаточно по итогу. В принципе, так оно будет у всех, потому что этот угол, он уходит вверх. И вот в этом моменте, когда мы дошли до проймы, мы начинаем делать эту самую пройму. То есть нам нужно сделать вот эти вот углы, ну, после проймы. Значит, что у нас было здесь, сколько мы провязывали? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 петель сначала. То же самое я буду делать и здесь. А, кстати, еще лицевой сокращать мы будем в изнаночном ряду, потому что помним, да, что я делала, как бы, я изменила лицевой ряд на изнаночный, и поэтому сокращать я буду в изнаночном ряду. Ну, чтобы линия реглана, как бы, у меня была тоже такая же красивенькая. Так, здесь я буду вязать незаконченными рядами, как на спинке, но не так, как на спинке, маленько по-другому. Так, значит, я буду оставлять по 2 петли, я довязываю до линии реглана. И по 2 петли я буду здесь оставлять недовязанные. Так, маркер я здесь сниму, мне он будет нужен. Поворачиваюсь. И здесь вот, опять же, делаем воздушную петлю. Здесь вот смотрите, что я сделала. Я по изнанке начала вязать просто не скрученную петлю. Мне так удобнее, потому что я устала, посмотрела. По итогу ничего, как бы, это ничему не мешает. Так, теперь я довязываю до конца, не довязываю 11 петель, потому что мне нужно будет сделать сокращение. Что касается сокращения, девчонки, здесь у нас сокращения будут в каждом изнаночном ряду. Не в каждом четвертом, как на спинке, а в каждом втором. Потому что нам нужно, во-первых, сделать этот скос, плюс сделать реглан. У нас косое полотно, поэтому здесь так, по спинке в каждом четвертом, а здесь в каждом втором. Смотрим. 1, 2, 3, 4, 5. Ага, еще. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Одну перевязала. Значит, здесь я провязываю. А что ж такое? О, а у меня здесь получается, смотрите, не получается. Поэтому я здесь, смотрите, что получилось у меня. У меня должно быть вот так вот, 2 лицевые, 1 изнаночная. У меня не получилось. Поэтому что я делаю? Я еще здесь одну петлю уберу. Значит, я оставляю 12. Это вдруг у вас такое получится. 2, 3, 4, 5, 12. Провязываю 3 вместе. Одеваю маркер. Возможно, у вас попадет именно на лицевую, изнаночную, лицевую. Эту манипуляцию в таком случае не делаете. Здесь у нас остается 9 петель. Из них мы одну уберем сейчас в лицевом ряду, и у нас останется 8 петель, точно так же, как и здесь, планочка.
Сейчас мы еще вот эту одну петлю уберем. И все. И больше мы вот этих вот сокращений здесь не делаем в начале ряда. Все, это последнее. Так, у нас должна быть здесь лицевая по узору, поэтому здесь мы делаем лицевую. Сейчас мы ее поставим сюда. Так, все, у нас 8 петель планки, которые мы вяжем, не меняя. Чего ж ты, Вика, не перекручиваешь? Вот видите, что делаю. Так, отлично. Значит, здесь мы просто вяжем, а сокращаем в изнаночном ряду. Думаю, понятно, да, девчонки? То есть этот уголок мы вывязываем таким вот образом. Здесь оставляем недовязанным в конце по 2 петли, а в лицевом ряду, ой, в изнаночном ряду, в каждом изнаночном мы делаем после планки, вернее, тут получается перед планкой 3 петли вместе провязываем. Вы знаете, давайте все-таки давайте здесь 3 петли будем оставлять. Или 2. Нет, давайте 2 пока. Так, я не довязываю. Возможно, я ошибаюсь. Нужно по 3 петли добавлять. Возможно, и нет. Ну, в общем, ладно. Здесь оставляем по 2 петли. Нет. Все-таки 3. Девчонки, все-таки я решила по 3 петли. Не хочется перевязывать еще раз. Вот так чисто интуитивно. Первый раз я оставила здесь недовязанными 2, теперь 3. Если будут, как пока, пойду по 3, посмотрим. Если видео осталось, значит, это правильно. Если не осталось вот этого куска, значит, это неправильно. Значит, по 3 петли, девчоночки. Еще нарисую схемку, чтобы вам было понятно. Вот эти добавления, убавления, потому что много нюансов на протяжении всего видео. Я и сама уже устала от него и маленько запуталась. Ну, не запуталась, но подустала я вот от этих всех непоняток, которые у меня не садится, не ложится. Ну, в общем... Так, в конце ряда до маркера не довязывая 3 петли. Ну и здесь уже все. Здесь мы уже устаканили все. И по 3 петли перед маркером я провязываю в каждом изнаночном ряду. И иду дальше. Вот таким вот образом. Так, девчонки, что же вам сказать? У меня опять изменения. Опять 45 раз перевязала, все пробовала, перепробовала. По итогу, девчоночки. Что у нас получается? А получается у нас, что здесь по одной петле. И не надо ни 2, ни 3, и не издеваться над собой по одной петле. Вот смотрите, как все прекрасно садится. Здесь в каждом изнаночном по 3 петли, как я и говорила, никаких изменений. А здесь просто оставляем по одной. Вот это у нас дополнительное, да? Мы знаем, что это у нас просто дополнительная. Сейчас я соединяю эту сторону точно так же, как на спиночке, и перехожу на эту и довязываю вторую часть. Вот и все. Вот сколько, вы знаете, что-то туго. Вот видите, я не сталкивалась просто, видите, с этой методикой, с этим методом вязания как бы по косой, именно чтобы была резинка, понимаете, из-за этого у меня произошли такие сбои, хотя я понимала, что резинка ведет себя вот так, ну, достаточно, ну, другим образом, чем платочная вязка, да, скажем так. Сейчас у меня немножко темновато, девчоночки, я думаю, если вы спинку уже связали, то вам понятно, что я делаю, потому что у меня 12 часов ночи, я просто соединяю и эти вот части. Я здесь не буду ничего как бы менять местами, я просто соединю. То есть воздушную петлю я провязываю вместе со следующей петлей. Я напоминаю вам. А почему снимаю ночью? Потому что я
спешу вам это видео выложить, чтобы вы его уже могли смотреть. Так, вот видите, я подхожу сюда, к центральной части. Здесь я просто перехожу вот эту вот серединку и до конца ряда просто довязываю. А теперь у меня все будет в изнаночном, на изнаночной стороне и сокращение, и незаконченные ряды. Все будет с изнанки, то есть лицевой ряд мы вяжем без изменений. А в изнаночном сейчас повторим. Я делаю сокращение и так, здесь в конце, опять же, у нас, если надо, то делаем сокращение, если не надо, то не делаем. Так, у меня надо, у меня должна вот так вот лицевая петля остаться. Я провязываю здесь две вместе. Если у вас осталась последняя лицевая, то пусть себе благополучно остается. Так, в изнаночном ряду 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 3 вместе лицевой после 8 петель планки. И так в каждом изнаночном ряду. И в конце ряда по одну петлю. Сначала я оставляю 2, потому что там накид. Первый раз я 2 петли оставлю. Сейчас я вам все покажу. И потом по одной петле. И вот дополнительная воздушная петля для поворота. Для соединения. Так, вот смотрите, если смотреть на вот эту центральную полосу, то здесь я оставляю 2, не довязывая до нее 2 петли, а далее это будет, будут незаконченные ряды по одной петле. Все, и так довязываю таким вот образом вторую половинку. Это у меня готово. Вот так вот довязываю вторую. Так, ну вот я довязала вторую сторону. Да, я думаю, видно, девчонки. Сейчас я ее соединю в этом ряду. Так, у меня то темно, то солнышко светит. В общем, непонятно, куда мне передвинуться. Ну да ладно. В общем, понятно, да, что я сейчас закрываю, соединяю точно так же, как на спинке. Вот эти вот дополнительные петли сейчас напомню вам. Вот они. Я их провязываю со следующей, довяжу до конца ряда и закрою все петли, чтобы у меня уже было 2 среза. И осталась нам горловина. Итак, теперь еще обобщим все. Значит, первым делом, что у нас идет в нашей горловине, мы вот вяжем вот таким вот образом, вот здесь вот незаконченными, здесь законченными, вернее, а здесь незаконченными. Здесь мы делаем сокращение в каждом изнаночном ряду, да, по 3 петли, то есть продолжаем вот эти вот наши сокращения. Мы продолжаем в изнаночном ряду так и делать. Здесь же делаем незаконченные ряды по одной петле. Вот сразу у нас 2, а далее по одной петле. Все-таки я пробовала, да и распустила. Думаю, этот уголок не страшно распустить, он маленький. Да, то есть здесь у нас 2, 1, 1, 1 до как бы исчезновения петель. Потом мы, когда это закончили, соединили эти петельки и вот таким вот образом перешли на вторую часть. Здесь у нас незаконченные, тоже 2, 1, 1, 1, 1. А здесь законченные, плюс сокращение в изнаночном ряду по 3 петли, в каждом изнаночном по 3 петли. Вот, это по итогу у нас такое получается. Так, девчульки мои, смотрите, вот я закрыла эти все петли, вот они у меня. Это
такой вот вырез у меня получился. Он у меня, смотрите, вот сколько разницы, 5 сантиметров, как бы вырез передней детали глубже на 5 сантиметров. Теперь мне нужно набрать петли горловины. Я начинаю с центра спинки. Вязать я буду в круговую, но чтобы избежать таких всяких нюансов при стыке, я лучше наберу петельки от спинки и со середины начинаю, из каждой петли по одной петельке, то есть из петли вот этого вязания. Можно, конечно же, оставлять здесь открытые петли и уже просто добрать петли между на плечике. Я же решила закрыть, чтобы здесь у меня все было плотненько. Кстати, на этом этапе уже, когда маечка, вы можете определить, уже одевайте на себя и определяйте, сколько вам нужно по плечику. У меня это все, если вы вяжете из этой пряжи, то там не нужно, оно все уходит прям совсем чуть-чуть нужно на плечико. Совсем малюсенькое количество петель, вот если визуально посмотреть, то где-то вот так вот, не больше, раз, два, три, четыре, шесть, семь... 15 петель получается. Так, здесь мы петлю добираем из кромочной обязательно. Вот это последняя. И кромочная. И далее уже мы будем добирать крючком. Так, я беру крючок потоньше. Видите, и при помощи крючка буду набирать петельки. Захватываю вот таким вот способом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ну и 16 одеваю. Так, значит, у меня здесь 16 петель. Теперь вот. Вот они, половинка спинки, 16 плечика. И теперь смотрите, чтобы не перекрутить. Вот здесь вот следите. И теперь мы начинаем набирать по передней детали. Тоже обязательно из кромочной. И из каждой петли, господи, по одной петле. Так, вот набрала я по передней детали. Что у меня здесь? Последняя петля и кромочная. Так, и снова я беру крючок и набираю те же 16 петель, которые я набрала для второго плечика, для, ну, для первого, вернее. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
такое. Что-то у меня тут не то. Так. Четырнадцать, 15 и 16 одеваю. И осталось у меня только по спинке. Вот так опять выравниваем, чтобы все у нас было ровненько. И по спинке. Так, здесь контроль. Добираю вот здесь вот петли. И все. Я даже не считаю по 16 по бокам. Полотно очень такое рабочее, хорошо тянется, поэтому. Вот так вот. 16 петель хватит вполне. Так, есть у нас круг. Вот смотрите, девчонки. Это наша горловинка. Здесь ниточка, которую я начинала. Я просто сделаю узелок. Далее, что сделаем, все-таки ложную кетлевку. Я думала, делать не делать. Сделаем хотя бы немножечко, чтобы просто устаканить эту горловину, чтобы она держала форму. И эта ложная кетлевка, она немного будет как бы фиксировать эту горловинку. Значит, первый ряд я сейчас просто вяжу изнаночными петлями один круг. Вот один ряд я провязала изнаночными петлями. Теперь я вяжу по резинкой. Ой, вот она ниточка. Несколько рядов. Я думаю, все-таки 4, но уточним потом по ходу. Значит, для этого одну петлю я провязываю лицевой, а одну петлю снимаю нить перед петлей. Лицевая. Нить перед петлей, лицевая, нить перед петлей. И так один круг. Вот я провязала ряд. У меня, к счастью, попало так, что здесь у меня последняя изнаночная, которую я снимаю нить перед этой петлей. И далее, что я делаю? Далее меняю. Как бы теперь наоборот, ту петлю, которую я провязала, я буду снимать, а ту, которую я снимала, я буду провязывать. То есть один ряд так, то есть чередуем, да, петельки, чтобы у нас получилось. Здесь, конечно же, у нас будет стык, можно его сделать от двух клубков, чтобы совсем уж полая была. Так, и так, это у меня было провязано, я ее снимаю. Теперь та, которая была снята, я ее провязываю изнаночной. Снимаю, провязываю изнаночной. Снимаю, провязываю изнаночной. Так, круг. Потом снова повторяю, еще один раз так сделаю. То есть еще два ряда, я думаю, достаточно будет. 4 ряда. Если провяжу 6, то вам скажу. Девчонки, смотрите, все-таки я провязала 6 рядов. Видите, как это? Потому что 4 было мало. Вот никакого, мне кажется, эффекта не было. И я еще 2 ряда довязала. И вот смотрите, растянула на спицы. И мне очень нравится, как это выглядит, как это как бы визуально. Вот я вижу, это горловина. Все у меня, вернее, все мне нравится. Именно как чисто интуитивно, как бы по ощущениям. Значит, сейчас я провязала вот эту вот. 6 рядов полой резинки. Сейчас я перехожу просто на резинку 1 на 1 и вяжу, ну, 3 сантиметра. Ну, тоже визуально. Результат потом скажу, сколько там сантиметров. Вот. Вяжу просто вверх резиночкой 1 на 1. А здесь, кстати, я не знаю, крутить ее или не крутить. Делать ее перекрученной или нет, как думаете? Наверное, да, все-таки.
Только лицевую делаем скрученную. Кстати, вот этот первый ряд. У меня получается, что я вяжу, смотрите, туда за заднюю стенку, а потом уже буду за вот эту вот верхнюю вязать. Ну вот, я провязала мою горловину, девчонки. Вот так вот я решила ее сделать, чтобы она была не тонкая, что все-таки она этот топ держала, да, у горла, ну, на месте там, чтобы она в состоянии была удержать, потому что здесь ни рукавов, ничего, поэтому вся фиксация идет на этой горловине, чтобы она не очень растягивалась. Мы сделали эту ложную петлевку. Теперь я все петли закрываю. Все петли закрываю по узору. Я не знаю, мне кажется, или нужно. Я думаю, не нужно делать. Вот единственное, я думаю, не нужно делать как бы эластичный шов. Или нужно. Давайте, наверное, все-таки сделаем эластичное закрытие петель, вот чтобы знаем, да, этот способ, где мы провязываем по узору как бы обе петли и потом нет. Знаем этот способ, да, девчонки, когда мы провязываем петлю по узору, возвращаем обе петли и провязываем по узору, опять же, вот лицевая, возвращаем обе и провязываем, изнаночная, обе возвращаем и провязываем. И так до конца ряда у нас получится эластичное закрытие петель. Девчонки, вот он мой результат. На бардак не смотрите, у меня переезд. Вот, смотрите только на маечку. Вот так. Я очень старалась, правда. Вот так вот у меня получилось. Как вам еще показать? Видите, угол этот уходит вниз немножко. Ну, незначительно. Но, в принципе, так вроде бы как и задумано так. Ну, вы сделаете, у вас будет ровненько все.